Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить кампанию. Резик 6. Также поддержите 5-й резик, 3-ю часть, она уже не набирает. Если завтра не наберет, я не буду продолжать. Посмотрите, сколько раз нужно ткнуть в этих капконах. Это вообще, я не знаю, я такой игры еще ни разу не видел, чтобы 1000 раз надо выйти, блядь, воткнуть. И зайти, вы посмотрите, сколько раз. Это, ну, это, я считаю, омерзение. Это недалекие люди вот это вот принимают в игре. Просто люди, ну, не разбираются, мне кажется, в элементарных вещах. Сами игры замечательные, но есть такое, что мама не горюй нам. И это в каждой игре, даже в новой игре Резик 4, 1000 раз там надо нажать. Нельзя выйти из игры и сразу выйти. Нет, обязательно заставку, блядь, будет. Не любишь канализацию? Давай, дойдем до собора, и я все расскажу. Биоорганическое оружие – глобальная угроза. Я собираюсь все рассказать. Игрушка новая вышла там. Все, что мы знаем о Ракун-Сити. Но, сэр... Назвал я ее «Волчья жесть». Многие сомневаются в моем желании рассказать про... Far Cry выживание. Смотрите. Я знаю, почему. Пусть не будет. Это создаст больше проблем, чем решит. 300 рублей стоит. Это я усвоил еще в армии. Так, наверное, рублей 700-600. Биоорганическое оружие – глобальная угроза. И в этом если она вообще... Нам нужно рассказать правду и начать работать с другими странами, чтобы у нас остался хоть один шанс. Байден, ты что здесь, я не пойму, буксует? Что бы вы ни решили, то... я с вами. Я всегда ценил твою дружбу, Леон. Пора ответить за содеянное. И покончить с этим. Путь будет нелегким. Ну давайте, я пушки-кукошки. Сколько будем ждать вас? Что за ялда такая? У нас мало времени. И это явно будет непросто. Блин, я вообще не помню даже. Я уже не заливал столько времени. Пару дней колымил, вообще не притрагивался к компьютеру, не было сил. Даже вообще не припомнить не могу, какие кнопки. Надеюсь, они мне тут все будут подсказывать. Чё, говнина какая-то. Чё? Она сама берет патрон-то или чё? Или у ней все есть? Капец, блин. Вот она, котеночка. Стоит, буксует. Леон, Хелена, внутри связи не будет. Я буду отслеживать вас, но осторожнее. Я люблю вот пострелять, походить, пошарохаться. Нахрен-то нужно ножом там выдрачивать-то? Туда нельзя идти. А что это он в воде у меня стоит? А, в воде стоит. А тут в воде электричество. Че, ребята? Берега попутали, что ли? Разработчики. Как все смотрят меня и все уже знают? У меня не может быть в игре все идеально. То есть обязательно вы услышите какую-нибудь мерзоту к любой игре. Поэтому не ждите прям... Может быть, я уже столько игр переиграл за свою жизнь, что мне уже каждая игра кажется, блядь, не очень. Да что ты, блядь, законь-то, блядь? Ёпта, я не пойму. Спасибо, принцесса. Какой ты, блядь, котяра, блядь, 9 жизней, блядь. Вот смотрите, показано все как положено, куда идти. Я сейчас дрочил в эту соневскую игру, мерзопакостную, этими чертями, блядь, циркачами. Плевался на. Эх ты, блядь. Шаёбщики, блядь. Да нахрен. Опа, ничего себе, она кепку пила. А вот так можешь? А вот так? Эх ты, блядь. Вы видели? Вот здесь, блядь, враги, реальные враги, блядь. Просто монстряги, блядь. Я таких врагов еще ни разу не видел, блядь. Может, что значит, я 6-ю часть вообще не видел? Вообще не играл в нее. Смотри, смотри, она вообще, блин. Блядь, надо было ей играть. Ё-моё, можно ли ей было играть? Да. Матрёха вообще похлёстывает всех. Стоят, стоят, чурбани, блядь.
Вы чё, блядь, закончились уже всё, блядь, ёпты. Стройка закончилась, вы чё здесь буксуете, блядь? Там поезд. А, поезд? Ради бога. Их, посмотрите, сам он встал. Я только в последний момент увидел кнопку, блядь. Я думал, там как что-то поднять. Ещё а, может, поднять надо было? Машиниста нет. Анонисты одни, блядь. Зомби-экспресс. Кто это говорит? А кто разговаривает с нами? Это он так говорит, что ли? Чурбан мой, что ли? Бля, кого-то насилуют, блядь. Пригляделся, ебутка. Как это, осторожно, бабе. Ходит меня кто-то, насилует. Ну, насилует. Ну, насилует, да. Но я пригляделся, ебут. Мочим всех, мочим, дрочим, как хотим. Только берега не попутай, блядь. Блядь, сучары, блядь. Эх ты, суки, блядь, куки, нахуй. Да что ты, блядь, прицепилась, блядь, с собачьим вымя. Сука, что вас черти дрючили? Чё, идём, котёнка? Выручает она меня, блядь. Я что-то не припомню, что ты так выручал напарницу, блядь. Такую тигре, блядь. Не знаю, начало здесь просто омерзение. Вот, блядь, вот это вот вступление, это просто одни из нас, вот типа такого высера, блядь, начало, блядь, с этими кнопками вонючими, блядь. Все испоганило. А так-то вроде идет неплохо игра-то. Я смотрю, пока меня не донимает этими дрочилками, блядь, своими. Да. Дай сюда. Деньги давай. Блядь, опять. Эх ты, обезьяна. Нет, загорелся, оказывается, Е там. Я думал, что-то поднять надо было, блядь. Почему действие здесь R? Вот это, конечно. Не все так гладко, конечно, в этих играх, но это были одни из лучших игр, конечно, ребят. Что бы я ни говорил, но Резик, не зря они у меня все на канале, почти все. Какие? Все, наверное. У меня даже есть первые переделанные. Не, вообще первой нету у меня. А есть вот переделанный ремейк первый. Ну там, по-моему, две или три части всего. Да там мне очень не нравится. Первая часть вообще самая говёная, я считаю. Ходьба, ну потому что она первая. Первый опыт их. Больше у них такой нет. А есть вторая еще такая же тресня. Ходить по одному и тому же зданию, блядь. Тут, конечно... Эх ты, блядь! Ты чё, блядь? Ну-ка дайте мне этого бешеного, вот этого козла, блядь. На, сучёныш, блядь. Ни хрена, дай мне, я и сам их завалю, блядь. С котов этих, блядь. Мерзавцы, блядь. Спесили меня эти два чурбана, блядь. Кача, блядь, вонючий. Ну чё тут опять электропиздричество? Ку теперь, блин. А, я ку сделал. У меня было F, а я ку. Ку. Как у них этот самолет, блин, называется? Отлично! Кровицапаю. Мой тоже подходит. Говнятина, блядь, такой говнятину, сука, сочинить, ёпта, я не знаю, блядь. Смотри, смотри. Ты чё, наш? Куда ты нахуй? Гасим, гасим, блядь, гасим эту тварь! А ты чё встал-то здесь? Тебя, блядь, не ждали нас. Да не ждали мы тебя! Что-то подруга у меня тут подтупливать стала. Ей разонравился я, видать. Берега там. Так, куда идти-то? Оп, молодец. Натан. Ну чё ты, застряли мы её? А, блядь. Даже такую хрень, блядь, никуда отжимать. Чё такое, смотри. А, всё, как обычно, тресня это. Не надо мне больше. Тресни вас.
мне вообще это не интересно. Мне интересна игра. Вот сейчас бы я вот ковырялся бы, блядь, сейчас в соневскую игру, блядь, хренотень в эту бы сидел, я бы сейчас ковырялся и искал, куда идти. Здесь понятно все и так, здесь ничего страшного нету. Ну там непонятно, особенно я вот сейчас в последней части там кругами вот так выдрачивал. Ех ты, блядь, дружбаны, блядь. А где они шарохаются? Паршивый денек. Ех ты, блядь, электричка нужна, блядь, тебе. Да плевать, я бежим так, правда. Блядь. Куда нахуй дрочил свои, блядь, сиди? Осторожно, двое! Давай, иди сюда. Чё, я не понял, а почему мне не написали Е-то, блядь? Я ждал, когда Е мне напишет. Да пёс с ним, забудь ты про него, одна иди, давай я тобой буду играть. Нахрен это, блядь. Хмырь, блядь. Брюзга, блядь. Я вроде вот так бежал-то, блядь, вообще уже, можно сказать, притертый, блядь. Опа! Дружбаны, блядь. Нет уж нахрен. Шобла вонючка. Их, блядь, вот этот сейчас... Сучёныш, блядь. Успел меня цепануть, вы видели? Мешочник, блядь, говнина, блядь. Пошли, принцесска. Чё, вот я, блядь, спрятался, нахуй. Короче, мне надо было вообще на другую сторону, наверное, перебежать, да? Так выходит, что ли? То кнопки рисовали мне, я уж к стене прижался. Как он мог вообще задеть меня? Поезд-то, нахуй. Чё за тупость такая, блядь, началась? Похвалил игру, блядь. Вы чё, блядь, говнососы? Всё, здесь бежим, блядь. Сейчас эти обезьян сюда задраем. Нет, вообще надо так, как в прошлый раз пробежать. Вот так, блядь. Может, паршивый денег. А нахрен, пойдём на ту сторону, блядь. Нам надо всё равно на ту сторону. Привет! Здорово, мужики! Ну чё вы, блядь, потерялись, что ли, блядь? Говно жрите, ублюдки, блядь, вонючие. Блядь. Ну поезд, хрен с ним, он уже по другой линии идет. Как он меня там задел, я вот по этому понять. Блядь, сейчас здесь поедет поезд, больше чем уверен. Девка-то где у меня? Где дверь-то? Мне нравятся вообще игры с заставками. Некоторые плачут. Блядь, заставки, да. А как без заставок-то играть? Я вообще понять не могу. Заставка, наоборот, интересно, блядь. Как... Я люблю немного-то как кино и игры. Её не открыть. Да что такое, блядь? У меня тёлка там трещит, блядь, вовсю, нахуй. Только не бросай. Блядь, вот этот... Скейтборчик, блядь. Да дай ему, блядь, еще дай. Зимогоры, блядь. Откуда вы понаперло, блядь, с периферии, на? Че он подбирает такой? Какие-то фишки, что ли, блядь? Че не так-то, я не пойму. Че надо-то? Матрешка. Ну туда, что ли, блядь? Поняла. Ку. Опа, ничего себе, подбросил бы я его сейчас тут. Она молодец. Наташа. Куклы какие-то, что ли, сидят. Да идем мы уже! Ну что ты, где там потерялась-то, блядь? Кстати, спасибо вам за просмотр, игра вроде неплохо набрала. Но соневские игры, блядь, набирают больше, блядь. Трясняет, блядь, соневская. От не издаст, блядь, никогда не забуду эту говнюду.
худшая игра мира, блядь. Ну куда ты, да, блядь? Пошла вон, блядь. Или пошел, кто это? Да какой-то черт шурбелобрысый или матреха, блядь. Черт какой-то, блядь. Бежон, блядь. Ну что-то... Ну что такое, блядь? Откуда они соплями-то, блядь, размазанными стреляют там в нас? Отлично. Идем дальше. Вот лежит, блядь, чурбан, блядь. Начнет, блядь, шарохаться, блядь. Сопли жевать. С палочкой стоит, смотрите. А, с ломиком. Как его, блядь, ломик говорит. Без... Так, уриный! На, тебе вгрызло-то, блядь. Травить тебя немножко. Каким-то, блядь... Лазим метрошным коридором. Где ты? Иди сюда. Слышите там что-то, блядь? Двери какие-то там шуруют. Что-то поднял какую-то трясину. Все круто. Девка, блядь, меня не напрягает. Ну и патронов достаточно. Что, поезд давай отсюда свалим. Какую-то хрень поднял. С этой стороны давай посмотрим. Чё она делает? Ты чё, пописать захотел, блядь? Чё, чё случилось-то? Она тут прыгает по самому месту. Где-то дверь пищит. Ты чё, улёгся ты здесь, блядь? Блядь, это лучшее творение, блядь. Спотыкается об трупы. Я нигде не видел. Блядь, я не припомнить не могу, ребята. Если вы где-то видели, напишите. Я нигде не видел, ни разу, блядь. Чтобы спотыкались об трупы вот так вот, смотрите, блядь. Это вообще, это супер. Почему это не прижилось, я вот понять не могу. Где эти разработчики, недоумки, блядь. Чурбанье, блядь. Бестолковые, нахуй. Потому что все ушли, все, которые делали эти игры, или сами организовали что-то, блядь. Или куда-то потерялись, нахуй. Ушли, блядь. Осталась одна мерзота, блядь. Вот эти хачи, блядь, евроремонт, блядь. Откройте дверь, скорее! Я должна спасти Питера! Прошу вас! Какого Питера? Мы сами тут потерялись, нахуй. Давай, вытащи! Чувствую, Смарьяна лупит, блядь. Откройте! Прошу, откройте! Отойди, я стрельну, блядь. Ну, эй, боже, непробиваемые стекла. Вот это поезд, блядь. Поняла. Давай быстрее, матрешка. Куда ты с минуты побежала? А она, значит, может нажимать, блядь. Вы видели? Где этот хорек, блядь, вонючий? Ну все, я тебя, блядь, не спас. Пошла ты нахуй. Дура бестолковая, блядь. Понаперла, сука, с периферии, блядь. Недоумков, блядь. Чё это такое, блядь? Это чё это с... Вы чё, обалдели, что ли? Говнину какую-то меня кинули. Вот это... Вон это сучара, блядь, там дрищит, блядь. Обожрался какой-то дряни, блядь. Свинот, блядь. Патронов у меня как грязи. Вот это я люблю экшен, бля. Вот. Вот экшен. Блядь, игру, которую я вообще не играл ни разу, блядь. Три раза начинал, бросал. Она мне, блядь, зашла лучше, чем резик четвертый, блядь. Правильно мне кто-то писал, говорит, бля, обалденная часть. Блядь. Я говорю, да вы что? Ну, что-то это говно не зашло, блядь. А мне не зашла из-за начала. Там одни кнопки эти. Слышите, бармалеи, блядь, вы надоели тут сраться, блядь. Чего ты меня... Подождите-ка, блядь, чего у меня тут есть? Вот там этот срется, блядь, вот тот накуренный, блядь, вон он стоит там. Говнину какую-то швыряет, блядь, изо рта, блядь, и все.
обиделся, блядь. Нет уж, ты не уйдешь никуда, блядь. Пошел с говно. Кто там сейчас стреляет? Спотыкаться об трупы. Ну где такое вообще? Блядь, я все игры уже, да, переиграл. Черт не знает, еще этот был. Спектрум, блядь, ёп. На кнопках. На романтике 36-м записывали, на. Я уж что только не видел. Я уж старые игры, по-моему, даже нет таких, чтоб я не видел. Ну, кроме этой, конечно. Ну, с трупами вообще сделали просто в уматно. И все, больше таких игр нет. Этот человек, похоже, умер, блядь, своей идеей. Да. Сделал здесь эту идею обалденную. И умер, да. Кто-то его захоронил, блядь. Их ты, блядь, смотри, мешок с говном. Сука, ну-ка поближе подойдем к нему. На! Вы видели? Он блокируется, бля, он руки ставит. Как там дела? Пошли. Ничего хорошего. Можно сказать... Вы видели в последнем резике, блядь, чтобы кто-то блокировался там? Они просто прут. Тупые, блядь. Да, здесь, конечно, блядь, есть свои плюсы. Но с этими кнопками они переборщиваются, говнины. С этой игрушка-то так приятно смотрится, особенно я прикрутил графику. Вообще очень неплохо. Пройдите. Даже через HDR город, смотрится хорошо. Будьте на связи, на улицах опасно. Ну ты чё, блядь? Колхозник, блядь. Эх ты, ничего себе, а чё у него баллон-то взорвался? У него же... Кислородный, блядь, он, нахуй. Не пропан, блядь. А почему бы и нет, нахуй? Он просто взорвался. Леон, берегись! От давления. Блядь, кто-то катается здесь. Вы чё, обалдели, что ли? Кажется, ты, что ли, водитель-то, стоит... блядь? Там вроде водитель остановил. На тебе, седалище, куда ты убежал, блядь? Кто это, люди или кто, блядь? Да хрен на блюде. Ну, ладно, черт с ним, пусть. Иду, иду, блядь, помогать иду, да. Хрена не убивается, блядь. Блядь, держись, я, по-моему, люди, я а я... Я в людей стреляю всех сразу, нахуй, херачу. Хрен поймешь, да их тут разве разберешь, этих хоботов? Еще один накурившийся, блядь. Вы, ребята, берега попутали, похоже. Всех угандошек, блядь. Девочка. Ё-моё, шоба какая, блядь. Чё, поссать на них, что ли, блядь? Выкусите, ублюдки вонючие, да. Сукины дети. Не упадет. Эх ты, блядь. Чё, устрый парень, блядь. Не хочется ему там с дружками, блядь. Вот это, что ли, козёл-то, блядь? Меня прыгнули, блядь. Хватит туда-обратно, не надо. Ты чё такое с камерой-то, я не пойму. Сериал с камерой, блядь. Вон хоть из башки эта трясня не лезет. Меня бесит, блядь. Кто это говно придумал, блядь? Какие-то волосня, блядь. Ненавижу, блядь. Вот эту ублюдка надо было сразу уволить. С башкой вот этой херней, блядь. Я словно дежавю. Кто такую трясню мог придумать? Вообще понять не могу. Уходим, уходим, уходим. Блять, еще один вылупился. Лихачка. Тюмка кого-то, блять, седалище лупит, а. Пойдем, пойдем, котенка. Кс-кс-кс. Так, вот этого я черт убираю. И на лестницу. Этому сразу вгрызло, блять. Вот так вот, ребятки, блядь. Вот вам резик, блядь, экшен, блядь. Не какая-то говнина там собачья, блядь. Типа четвертого, блядь. Я не знаю, вот нас геймеры нахваливают такую дрянь, блядь. Хорошие игры, для них говно, блядь. Как такое возможно? Вот я и заливал эту игрушку, но... Как ее... Призраки, блядь, обалденная вещь, но... Экшен, блядь.
солдатов Харпуна, блядь. Так, а куда нам? Нам туда, нахер пошли отсюда. Чё ты их раскрыли? Кто, блядь, всё ездит, я не пойму. Какие-то шакалы, блядь. Кто там рулит-то, блядь, за рулём-то? Уже не первый раз замечаю, блядь, поезда ходят, как хотят. Шрут меняется. Тварь. Я думал, он пробежит, блядь. Он уже пробегал, блядь. Какой-то накуренный чурбан, блядь. Вот матрёха, да, вот это сила. Такая Лара Крофт. Трясёт тут своими сетями. Смотрите, этот наркоман пробежал, блядь. Мне улиц куда безопаснее. С пробитой грудной клеткой, блядь. Даже передохнём. Вы видели какой-то... Я же говорила, что нет времени. Черт, блядь, ну-ка давай выйдем, посмотрим, на где он, этот баран, блядь. Вы видели такой лихач, черт? А его отфутболили. Контроллеры, блядь. Че-то какие-то фигурки он шахматные, что ли, собирает, я понять не могу. Вообще обалденно, ну чё, блядь, вообще круть, да. Через трупы спотыкается, блядь. Всё, такой фишки нету, блядь, в игре. Нету ни в одной, нахуй. Устал, блядь, смотрите. Ты чё, наш? Нет у него патронов? Устал. У меня вот не её устал, нахуй. Да, скажем, мужик. Шестого числа на 23:27 пропала военная подлодка. Ну все, посмотрел, вали отсюда. В котором упоминалось. Почему они это не совершенное неизвестной организацией или одиночкой? Пока новых. Почему они не превращаются? Власти действуют со всей возможной осторожностью. Они от чего умерли-то? От голода что ли, блядь? Или от холода? От газа какого-то? От чего они умерли? Я понять не могу. Ну ладно, они укушенные, они превратились, они не укушенные. Чё они тут сидели, застыли, блядь? Здесь вот какой-то кровавлённый весь. Чёрт, закрыто. А ты как хотел, блядь? Хватит, блядь, халявой заниматься. Сейчас они все встанут, блядь. Буки, блядь. 26 числа 23:27 пропала военная подлодка. Ключик-мучик. Но перед исчезновением суда было получено сообщение. Возможное нападение, совершенное неизвестной. Вот она сейчас хутанет меня и начнутся эти кнопки, блядь, вонючие. Нет, власти действуют со всей возможной осторожностью. Не линк? Пусть. А я ждал. Ждал, когда вы очухаетесь, блядь. Куда ты на меня-то его, блядь, накинул? А эти так не встали, смотрите. Вот этот чертило, блядь, видать их это. Накурил, блядь. Да тёлк что творит, блядь, вы видите, блядь, она просто нахуй. Она не просто трясёт сиськами, блядь, в игре, она просто выхлёстывает себе. Опа! Вот эту хреноту мне надо захреначить. Конечно, блядь, это, я думал, мне этого не дадут никогда. Лишь патроны давали, блядь. Ну здесь, наверное, нет такой глупости, блядь. Как в новой части. Каждая новая игра становится все хуже и хуже. Вот заметьте мне, вот эти вот переделки все. Ну у них-то, я про них не могу сказать, что хуже. Но вот накосячили они с Резиком четвертым конкретно вот с патронами. Я не знаю, может это баг какой-то или еще что-то. Ну купить новое оружие, сразу его прокачать и не получить ни одной пули, ни одной. На автомат мне, блядь, не дали ни одного патрона, блядь. Ни одного, ёпта. Вот у меня было там, что ли, 15, и все. И я смотрел прохождение, думаю, когда же там финал? Вы видели, как-то он умер, это. Запоздал с умиранием, блядь, чувак, блядь. Ну ладно, хватит тут, блядь, трястись тут, блядь, грудями, подруга. Пора отхлёстнуть. Чё такое, блядь? Да не надо, нахуй, на меня дышать, блядь.
У него в горле что-то застряло, блядь. Вот он и орёт там. Что-то сожрал, блядь. Какого-то говна упаковку, блядь. Ушёл, и мужик-то этот, да пёс с ним, блядь. Мне тоже он понравился, блядь. Смотри, смотри, блядь, девка там, блядь, бойня у неё, бойня, блядь. Иду на помощь, принцесска. Харьки, блядь, поганые, вонища. Вонища. Вот он опять этот чурбан, блядь. Сейчас опять уйдет, блядь. Никуда ты нахуй не пойдешь, блядь, ублюдок, нахуй. Куда ты, блядь, пошел, нахуй? Смотри, блядь, этот бегун, блядь. Помоечник, блядь. Ё-моё, слышь, тебе-то их до хрена больно, блядь. Что-то ружье дали мне, и сразу меня сажают с этим ружьем, блядь, на жопу, нахуй. Подожди стрелять-то, я сам стреляю. Опять этот, блядь. В этот раз ты, сука, не уйдешь от меня, блядь. Блядь, другой что-то дриснул чем-то. Все обосрались, блядь. Блядь. Чурбан застрял там, блядь, я его снял нахрен. Он реально застрял, блядь. Никак не мог свалиться, блядь. Ханиган, дверь закрыта. Черт. Так открой, подними брусок-то с той стороны, лапы-то свои дрочил-то, блядь. Просунь. То об трупы спотыкаетесь, то какую-то бредятину, блядь, показываете нам. Приняли. Кидай его нахер сюда. Ну лети. Глубок. А мы тебе крылья подрежем. Вот, откуда ты вывалился? Мешок с говном, блядь. Ну все хорош! Что она делает там, блядь, я не пойму. Дверь открывает мне, что ли? Дрочил-то он свою не мог, что ли, просунуть? Леон, открыто. Все, пошли, пошли. Чего ты, куда-то убежал-то, блядь? Закрывай двери-то, блядь. Открыл тебе, закрывай. Ну давай, блядь. Говнина эту, блядь. Удовлетворю я, блядь, некоторых, блядь. Смотрители. Вы видели, башка у неё. Тело. Башка застрял на месте, а тело, блядь. Сука, сосок вонючий, блядь. Вон она что делает, блядь. Обезьянка, блядь. Чи-чи-чи. Ладно, пойдем. Хватит, блядь, издеваться. Вот это экшен, вот я понимаю. Вот это игра. Ужасик, блядь. Мерзавцы эти везде. Я их отстреливаю яйца. Вот как должна игра быть. Они ковырятся с ножом. Да, ругаешься ты, да, ругаешься. Выживший. Че это ты вдруг заругался, блядь? Кричу я, что ли? Ты... Ну ладно. Ругаешься. Умрите, сраные людоеды! А кто тут, блядь? Да куда они лезут? Какие-то русские. Русские, блядь! Русские в городе едут. Я лучше сдохну, чем стану зомби. О, ребята, бля, хмуха. Я из Нижнего. Издеваешься? Ты меня лишь задел. Спокойно. Цельтесь перед выстрелом. Чего команда? А вы откуда? Тагил? Тебя не спрашивали. Опять это свинота, блядь. Мешок с говном. Блядь. Хорош тут, сука, волочиться, блядь. Мешок с говном. Где? Кто? Где матрешка-то, блядь? Не истери, не стреляй, тварь. Цель собрана! Кожаком должен уметь стрелять! Твою мать, блядь, опять я меня... Чё, забили меня, что ли? Смотрите, меня забили! Как я оказался-то, блядь, перед машиной-то? Вы чё? Что за сволочуга там? Что это за рулевой опоза, блядь? За что мне это?
Нахрен, я сейчас не встану там посередине. Зачем мне надо? Пошли они нахер. Давай поможем им. Нормальные герои идут сюда в обход, блядь. Ну ладно. Умрите, сраный людоед! Никакой нахуй прокачки нет. Все прям меня радует, ёб. Тут, блядь, прокачки, говнячки всякие, блядь. Все стреляет быстро и качественно, блядь. Прям... Издеваешься? Ты меня лишь задел. Спокойно. Цельтесь перед выстрелом. Чего команда? Полицейский это накуренный тварь, блядь. Мешковина, блядь, глупая. Куда ты, блядь, подошел-то ко мне в мешок? Вон этот хмырь, блядь, опять орёт там, блядь. На тумбочке стал, блядь, там. Где, кто орёт-то? Девка вот эта, что ли? Он бегает там, блядь, трусами трясет, блядь. Я не пойму, где у меня... Залупа какая-то вылезла, блядь. Вы видели? Яйцо у меня какое-то там. Что за... Подарки, блядь. Новогодние, да. Вы чё, блядь, чурбанё, блядь? Со стволами уже, блядь, вылезли, блядь, смотрю, на. Стреляйте, я стреляю, не смотрю, на сколько у меня патронов осталось. Вот мне что радует в игре, блядь. Давайте дунем ему еще, блядь. Где у меня пистолет-то, блядь? Блядь, надоел ты мне, мужик, блядь. Охуяли, блядь. Сдох он уже, все. Блядь, сейчас взорвет все, чертовой матери. Бежим отсюда, нахер. Кого еще надо убить-то, блядь, я не пойму. Полицейского этого, что ли, блядь? Который, блядь, бегал кругами, блядь, не стрелял ничего, блядь. Ну, пойдешь поднимать, блядь. Дохнешь, да. Так, надо взорвать эту колонку. Где она, эта колонка-то, блядь? Мне намекает. Я так увлекся, блядь, стрельбой, что... Мам, не горюй, на. Сюда! Здесь безопасно! Оружие насос, блядь. Пополним запас. Возможно, там... Ну, что-то у меня это... А как лечиться-то? Подождите. Что, ну, скажешь? У меня, может, лечиться, может, как-то? Блин, у меня даже здесь указатель нет. Это только оружие, да. Куда ты схватил-то эту трясню какую-то? Котеночка побежала. Эй! Эй! Есть тут кто? Да, я! Заперся наверху! Валите! Давай, открывай! Впусти нас! Открывай ворота, армии подсыл! Черви вылезают из своего. Блять, эту кнопку нажал. Он думает, мы дезинсекторы? Да плевать, что это. А где мы вообще? В этом здании что-то там. Я тратить не буду патроны, нахер они. Надоело, блядь. Гранат еще может прыгнуть, блядь. Гранат, наверное, на боссов носить. Вставлять. Что надо сделать-то, я не пойму. По писюнам кому-нибудь надавать. Блядь, здесь оружейный магазин. Дайте мне что-нибудь. Не оружейный. Вот тебе и. Нормально они так хлыщут-то, бля. Лишь бы попадали под кого-нибудь. О, смотрите-ка. Ну-ка давай гранатку под кого-нибудь. Дюрим троечка.
красава. Че у меня не работает? Кнопки-то я чуть понять не могу. А? Как мне гранату взять, блядь? Патрон он берет, сука, гранат не берет. Может, нажать надо? У меня что-то по одному кругу только крутится. Я что-то не могу понять, что с патроном. О, и возятся они, блядь. Ручку он ей подает, блядь. Ты тронулся? Хорош геройство! Она только мешает! Что с тобой? Она же твоя девушка. Пошли. Годите-ка, я что-то разобраться не могу. Как мне гранату брать, блядь? По этой у меня крутится, вот. По этой херне, блядь. И все. Мерзавцу что ли их надо сдерживать-то, я не пойму. О, гранату взял, блядь. Кого кинуть, блядь? Кинуть не в кого, блядь. F у меня, блядь, граната. Переключений, по-моему, F. Оставайтесь здесь, если хотите. А я сваливаю. Сука, дайте мне, блядь, его насадить, блядь, на то место, блядь. Ну чё я с этим гранатой буду сейчас бегать, как дурак, блядь. Вон там этот дрочили. Не подходи ко мне! Мерзавец, блядь, я мерзавец. Дай-ка я его завалю, этого чёрта, блядь. Его самого сейчас завалит, похоже. Тихо, ничего себе, блядь. Блядь, чё он сделал-то, блядь, я не пойму. Я что-то пока разобраться не могу с этими гранатами. Взять я ее взял, а как кидать-то ее? Блядь, здесь враги, блядь, разнообразнее, чем нахуй какой-либо ихней игре, блядь. Что-то сожрал он, блядь, витать, никак у него. Смотрите, смотрите, блядь, он шустрый парень, блядь. Блядь, я гранату не могу кинуть. Че ты мне то ли вывалил, что ты из говна, блядь. Патроны у меня закончились. Хренососники, блядь. Реальный экшен. Экшен, блядь, херачит, блядь. Прям вовсю, ёпта, ребята. Просто, блядь, вообще без остановки, блядь, лупим, блядь. Говнину в эту вот вовсю, блядь, в эту. Где у меня матрёха-то? Блять, мне все-таки хочется разобраться, блядь. Вот, это переключение, это я понял. Он наконец-то бросил, блядь. Блядь, чурбан, блядь. Он не рисует линии, а он просто бросает и все. Смотрите, блядь, кинг-конг нахуй. Жив, блядь. Встать не сможет, так точно. Ну все, что ли? Чего? Сколько может буксовать-то здесь? Мне что-то уж стал поднадоедать. Все это задрочили. Эй! Что-то там тихо! Вы еще живы? Пока да! Кто-то обстреляет все, блядь. Теперь впустишь нас! Ладно, поднимайтесь сюда, пока я не передумал. Да в кого ты стреляешь, ты? Чурка. Полицейский какой-то с нюха сбившийся, блядь. Сюда, блядь. Как ты, почему вы вообще закрыли дверь? Я понять не могу. Несуразица какая-то. А? Чего вы закрылись? А? Если ты туда прошел, там кто-то не открывал, он да сбил, наверное, замок, справились. Прошел туда. Чего же дверь закрыта? Мои друзья скоро подгонят. Открытая должна была быть. Если доберемся к ним, поедем к собору Толл Оукс. Выбежите позвать. Говорили, там пункт эвакуации. А не открыть двери позвать. Большое если.
Там сущий ад. Отставших ждать не будем. Ну что, за собой дверь пошел, закрыл? То есть сломал замок. Эй, и... займи жалюзи. А, у меня говнюк ты этот, блядь, это... полудохлый, блядь. Мерзавец, блядь. Вот у меня сейчас линейка эта пошла. Приснята, блядь. Чё, всё что ли, блядь? Все картинки, блядь. Почему они в разных этих штуках у меня? Я понять не могу. Ничего себе они горят, блядь. Как мухи эти. Давай, чурбан, чё там, чё надо-то ему, блядь? Мерзавец, а мерзавец. Смотрите, я какое-то время не стрелял, блядь, а... Тюник, блядь, я не знаю, почему так растягивается. Как у пенсионерок, блядь, сука. Да пупа, блядь. Куда ты... Я думал, схватить что-то хотел, блядь, мои эти минзурки, блядь. Я жизнь-то одну взял, почему же ее нет, жизни-то этой? Нам не выстоять! В другую комнату! Давайте! Так, дальше что? Одна из немногих игр, которая немного так меня удерживает в игре, блядь. Я... не очень вообще люблю играть. Я люблю час, полтора максимум играть. А уж стримить-то тем более. Смотрите, смотрите. Какой-то главнюк где-то. Блять, он мне встать не даст сейчас. Мерзавец. Давай, жирный говнюк! Куча, навозной кучи, блядь. Поджарим, блядь. Сожрем, блядь. С минут, блядь. Их ты, блядь! Оп, промежности! Вот они, блядь, запахли, ёпты, блядь. Говнидой запахло, блядь. Полицейских там... Кто это напал-то на меня? Я что-то понять не могу. Какой-то безумец, блядь. Вон, вон, они лезут. Куда ты нахуй полетел, блядь, летчик-испытатель? На, свиноты, я тебе вдогонку, блядь. Потом, что ты у меня, блядь? У меня что-то крыша едет у этого героя, блядь. Видать, этот жирный, блядь. Поцеловал его, блядь. Все, пошли, и что? Стоишь, блядь, нет ничего. Блять, каким-то помойкам, блядь, надоел мне здесь уже лазить, блядь. Реально, блядь. Это что такое? Че это он берет? Какие-то рации, что ли? Че это? Понятно, блядь. Забегал, блядь. Давай, че ты стоишь-то, блядь? Открывай, шериф, блядь. Кто ты там, блядь? Смотрите, они вообще реально напрягают, блядь, в этой игре, блядь. Натуральный экшен, блядь, без всякого геморроя, блядь. Лупим и лупим. Смотрите. Летчик-испытатель, блядь, еще один, блядь. Похлеще Гагарина, блядь. Помоги ему, я прикрою. Держись, я тебя вытащу. Интересно, у меня есть? А, нету ни хрена. Спасайте сами. Нет, мы все выберемся. Тащите эту... мерзость, блядь, быстрее, да. Смотри, смотри, блядь, циркачи, блядь, я вам говорю, на. Прям циркачи какие-то, на. Хоть драчи, блядь, на эти циркачи, блядь. Блядь, они вообще реально меня сейчас завалят, там. Вы видите, что, блядь, творится, блядь. Все, у меня с нюху сбился он уже, блядь, парень.
машину, блядь, она меня. Где автобус-то, блядь? Автобус прибыл! Спускаемся вниз! Нахуя первый? Дверь открыта, идем! Блядь, вонючки, вонючки. У меня девка-то где моя? Да, напряженная серия была, блядь. Сминот пришел, блядь. Дайте я ему башку, блядь, пострелю, нахуй. Все, похоже, блядь. Мужик этот, блядь, чуть не упал теперь. Че он не стреляет-то, блядь, я не мо... Дрянь вонючая, блядь. Ты че, блядь, не стреляешь-то, у меня мужик на. У меня вроде был там патрон, ты. Блядь, всех поживут. Сейчас, похоже, вдвоем останемся, блядь. Смотри. Он почти выпал. Давай, гони! А это че сидел вообще за рулем-то, урод-то, блядь? Почему он не стрелял-то, блядь? Ну давай немножко шкуру-то ему почистим, блядь. Может, почистим, блядь. Это автобус, блядь. Как крокодил, блядь. Ну все, блядь, начали, блядь. Тряснёй своей, блядь, сейчас домогаться будут, блядь. Жетоны какие-то, чёрт возьми. Умения какие-то. Где их управлять? Пить улучшить надо. А, вот это просто, блядь. 9600. И чего я тут куплю? А? Что-то за верная рука, нахер она? Че ты где? А, вон внизу рука. Давайте приобретем какую-нибудь херню, блядь. Пичкой, блядь, будем расшибать. Все. Ну что такое, блядь, я не пойму. Из скейт выйти, что ли, блядь? Вот так как-то, что-то натыкали. Только я сказал, нет этой дряни, мне это появилось. Вот. Населения Токукс заражено вирусом. По грубым подсчетам, это 70 тысяч противников. Нам стало известно, что ответственность на себя взяла организация под названием Neo Umbrella. Neo Umbrella? Да, знаю, что ты думаешь. Да. Мы словно вернулись в Раком-Сити. У меня все. Раком-Сити. А теперь вы помогите мне. Я должна знать, что в этом соборе. Большие шишки требуют информации. Шишки? Да, между ног. А именно? Она имеет в виду. Дерек Симмонс. Советник по нацбезопасности. Вот он. Орел. Дай ворон. Держитесь. Держимся. Того, как у коня, блядь, мог бы и не говорить там. Че, блядь. Ну, если бы. Так, ты такую свинью, блядь. Да? Свинью такую, можно сказать, на, проехал, бля. Нормально мы попали, блядь. Блядь, ну и водители, господи, блядь. Такими не выживешь никогда, твою мать, блядь. Такими водителями, блядь. Я считаю, это не водители, сука, а вредители, блядь. Нет! Они, всех, помогите! Блядь, всех, блядь. Боже, помогите! Суки! Отвали! А! Ну все, автобус сейчас свалится, блядь. Назад! Че ты, блядь, не стреляешь-то у меня, тупица, блядь? Сидит на жопе, блядь. Держись!
За что держаться-то, блядь? Блядь, стрелять будешь у меня? Нет, блядь. Уродец. Блядь, ноль патронов у меня дробовик. Схватить за что-нибудь! За что тут схватишься-то, блядь? За сиськи только за ее. А ей-то за что хвататься, блядь? За письки за его? Пики-пики, блядь. Смотрите, они прям везунчики, блядь. Очень сливчики, да. Ну, вдвоем остались. Да нам так попроще будет, да? Вы видели, сколько у нас тут народу побывало, блядь, в этой спастись игре, блядь? От заразы. За два часа игры, блядь. Чтобы умереть даже двух, вот так. Наверное. Скорбеть не время. Шустрая игрушка, шустрая, да. Нам нужно в собор. Поддержите резик пятый, там сейчас это на болотах будет интересно там. Леон, Елена, вы целы? Да. Почему-то мы все еще живы. Срежем через кладбище, чтобы выйти к собору. Ну давайте на этом закончим. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч!